ощущение, что из него вырастет новая звезда такого экстра-класса, мирового масштаба, для, не для Милана, а вообще для Италии. Иллер бьет первый удар, ворота в гол! 1-0! Зевнул объятие. С левой ноги прикладывается Иллер, первый же удар по воротам Милана и гол. Первое же появление Наполи на чужой половине поля и гол. 1-0. Возможно, был рикошет. И не может так совсем уж зевнуть объятия прекрасный голкипер. Видимо, мяч в кого-то попал. Ну-ка, смотрим. Не похоже, что он в кого-то попал. Неужели такой зевок вратаря? Ну-ка, с этой камеры повтор. Зевок. Зевнул объятия. Удивительно. Конечно, мяч полетел по весьма странной траектории. Словно это не Nike, а какой-то другой производитель. Помните, у Adidas мяч пока... Ибрагимович по выходным забивает голы и приносит очки. Анчелотти спокойно занимается строительством команды. Наверное, бы и Аллегри тоже с удовольствием этим занялся. Да, объятия сегодня не в порядке. Поле ни при чем. 2-0, Инсинье. Что случилось сегодня с Кристианом? Не помогает он тренеру в самый сложный момент. Может быть, в переломный, ключевой момент сезона после визита патрона на базу. Один из самых, почти самый опытный игрок, капитан команды, плывет. Допускает две грубейших ошибки. Не получился удар у Лоренцо Инсинье. Не получился он хорошим, сильным. Ничего такого особенно сложного не было. Хотя, конечно, очень плохо сыграл Ачерби, который позволил принять мяч, развернуться. Пробить, все разрешил сделать. И объятия не сумел сложиться. Еще к тому, что там рикошет. Половину поля Каркич, слева от него Ночерино. Тоже завел. Так хорошо играл в прошлом году. И что-то совсем скис. Ну вот, может быть, сейчас что-то. Эшарави бьет! Вынимает 2-1. Блестящий гол Эшарави. Что сейчас делали многочисленные оборонцы Наполи, непонятно. Как же так? Лучший бомбардир чемпионата. Сейчас вновь он становится лучшим. 9-й гол. Его никто не держит. Ну вот смотрите, как же так? Джемали, ну давай быстрее-то подбегай. Нет. Отличный гол. 2-1. Будет что посмотреть во втором тайме. Классный удар. Прессингует Наполи, Дешильо, Каркич. Ну вот, наконец, Рубиньо. И сразу выводит 1-1. Ха-ха-ха-ха-ха! Оказывается, можно! Можно и за 10 минут что-то успеть сделать. 2-2. Эшарави, дубль. 10-й мяч в сезоне. И Мацари получает то, что и должен был получить. Почти весь матч команда при 50 тысячах своих болельщиков играет на своей половине поля. Ну и пожалуйста, получите. До свидания. 2-2. Ну а что касается замен на Аллегри, ну никогда не поверю.